Министр экономики желает, чтобы у проекта «Хорошие дороги для Молдовы» было продолжение. В ходе переговоров с предпринимателями, местными органами власти и жителями населенных пунктов Кирилл Габурич отметил необходимость привлечения всех сторон к реализации этого важного для страны проекта. «Я рад видеть хорошее сотрудничество между местными органами власти, примариями и предпринимателями. Только таким образом мы сможем достичь желаемых результатов – качественных и устойчивых дорог в каждом населенном пункте. Повторяю, качество ремонтных работ имеет первостепенное значение, потому что мы строим дороги на многие годы вперед», – подчеркнул Габурич. Говоря о непрерывности проекта, министр призвал местные органы власти начать обсуждение о выборе других участков дорог, которые будут отремонтированы в ближайшие годы. «Я хотел бы, чтобы у проекта «Хорошие дороги для Молдовы» было продолжение, а через 4 года в каждом населенном пункте было бы 4-5 километров заасфальтированных дорог. Важно инвестировать в будущее нашей страны, чтобы уровень жизни был высоким во всей стране, а люди хотели оставаться и работать дома», – заявил министр экономики. До сих пор, согласно информации с сайта drumurbunj.md, было отремонтировано более 480 километров дорог, что составляет порядка 38% от всех запланированных работ. Еще около 190 километров находятся в процессе ремонта. Как уже сообщалось ранее, в районе Дубесарь все работы уже завершены. Там было отремонтировано около 11 километров дорог. Стоимость работ составила почти 27 миллионов леев. Следующий претендент на завершение работ – район Чемишлия, где выполнено чуть более 90% работ. Напомним, программа «Хорошие дороги для Молдовы» стартовала в начале этого года и предусматривает восстановление около 1200 километров дорог в 1200 населенных пунктах страны. Сумма инвестиций составит около 1 миллиарда 600 миллионов леев. Деньги выделяются из дорожного фонда и госбюджета.